Выставка «Великой Победы» посвящается, готовилась специально ко Дню Победы. Она иллюстрирует размышления авторов о Великой Отечественной войне. Произведения посвящены людям и погибшим на полях сражений, и вернувшимся домой победителями. Работы выполнены в различных техниках и жанрах. Выставка открыта до 20 мая. В соседнем зале выставка «Рисованные грезы». Это первая персональная выставка Василисы Дарсания в ее родном городе. Еще в университете Василиса увлеклась культурами Африки и Японии, русским лубочным искусством, что определило направление ее собственных графических поисков. Также большое влияние оказал ее переезд в Грецию, где она прожила 10 лет, и знакомство с византийской культурой и греческой иконописью. Именно в Греции состоялись ее первые выставки. Один из творческих методов Василисы – это спонтанное автоматическое бессознательное рисование, в результате которого возникают сюжеты с фантастическими персонажами. Все это воплощается чаще всего в графике, в том числе и на холсте, и в коллаже. Эта экспозиция также открыта до 20 мая.